мы с вами были полностью еще на обратном пути, но кроме моста свое историческое название сохранил и дворец. За мостом с правой стороны, сквозь колоннаду в глубине участка, мы сможем с вами увидеть парадный фасад старейшего здания Петербурга. И обратите внимание, что дворец на Фонтанке смотрится не на главную улицу города,